This is Kyrgyz national chess. Ага. Вот сколько? Вот смотрите, в каждой лунке вот 9 лунок, 9 таких вот ямочек, вот видите, вот с каждой стороны, и с этой, и с этой. Вот обратите внимание, это белая сторона, это черная. So here is different sections, nine sections black and nine sections white. И в каждой лунке по 9 вот этих шариков, видите? In each part you see nine balls. Задача. Значит, начинает белый начинает с любой лунки на свое усмотрение. Берет это, только вот эти. Нужно оставлять каждой лунке, с которой он идет. Вот смотрите, берет один шар остается, один шарик. Uh-huh. Один шарик остается. So, whiteboard. И он идет. Задача, цель. Ходит по лункам и взять вот, если четная, вот смотрите, куда он попадет. Вот сразу чиндрали. Вот он пришел, последний шарик попал вот сюда, последний шарик. Последний шарик попал сюда. Здесь уже 10. Uh-huh. Это раз. So, see. First he will start white side, white part will start first, and then he can choose whichever part take these balls, eight of them, and put each one for this. Wherever you want. Yes. No, from this side, да? Он же начинает же здесь, что вы начинаете. From this side, he is going to put each for each one. And where is the last one? Вот, смотрите, здесь уже 10, четно. Он берет свое, все, забирает и ложит сюда. Собирает свою лунку. This goes to him. It goes to him. Now I have to play, and if I do the same, those will go to me, right? Если я начну играть, я начну отсюда, и если здесь попадает десятка, я забираю. Да. Yes. Не только десятка, скажите, любой четная. Не только десятка. Not only ten, if it will be like. Eight. Okay. So one less. Любое четное число. Это 2, 4, 8, 6, 8, 12. Yes. For example, 2, 4, 8, 6. But these here? Четный вот он, а он не трамвай. Okay. This much I understood. Okay. Then? You're thinking? No, don't think. Fast.